Политика, скандалы, свежие новости. Вначале о главном. Погнали. Командующий украинской добровольческой армии отреагировал на итоги выборов в Раду, где партия Шария получила больше голосов, чем националисты. Внефракционный народный депутат Украины, командующий украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош, считает, что скандального блогера Анатолия Шария лопнут, как мыльный пузырь. Таким образом, Ярош отреагировал на тот факт, что на минувших парламентских выборах за партию Шария проголосовало больше людей, чем за националистов. Данное обстоятельство он назвал позорным фактом, а самого блогера – дегенератом. Командующий ОДА считает, что всему виной качество украинского образования. Ранее Казанский отреагировал на результаты выборов в парламент, уделив особое внимание партии скандального блогера. Также Порошенко рассказал, как связана партия Шария и президентская политическая сила. На этом у меня все. Жмите лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте про колокольчик. Услышимся, дядя Дима.